Виктор Викторович, первые эмоции после игры? Ну, в принципе, я ребят поздравил с победой. Молодцы они. Они сегодня хорошо играли, забили 3 гола, могли еще забить. Ну, я думаю, что для дальнейшего нашего, как говорится, продвижения, то, что мы сегодня выиграли, это хороший результат. Согласитесь ли с тем, что первый гол изменил игру? Ну, всегда игра идет до гола, и здесь уже работает психологический фактор. То есть, если команда как бы выдерживает это, то это, конечно, напряженка. Понятно, что когда мы забили, нам стало немножко полегче. Понятно, это всегда так бывает. Но и я могу факел отметить, очень молодая, хорошая команда, хорошо контролирует мяч. У них тоже пару моментов было таких очень острых. Но я думаю, ваша команда все впереди. Спасибо. Пожалуйста. Все, будешь?